Из Германии. Ой, как мне нравится этот акцент. Скажи, у нас самые лучшие машины. У нас самые лучшие машины. А еще скажи, у нас самые вкусные колбаски. У нас самые вкусные колбаски. Да, это правда. Феликс, насколько хорошо ты знаешь русский язык? Очень хорошо. Мой папа научил меня по-русски говорить, потому что он из России. А мама немка? Да, мама немка. Ага. А сегодня ты с кем приехал? Мама зовут Заприна, и мой папа зовут Гена. Он тебе все время скажет, я Гена рыбак, потому что он со мной все время рыбу ловит, а потом и рыбу сушим, и все немцы говорят, фу, какая гадость. Потом папа говорит, ах, немцы ничего не понимают, и мы кушаем, и нам нравится.